Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такой чехол, пенал для столовых приборов, для сервировки стола. Давайте рассмотрим его поближе. Сейчас пока уберу вилки, ножи. Он представляет из себя кармашек, украшен джутовой веревочкой и пришита тесьма, связана филейной техникой. Вязать очень просто, легко. У меня вот такие серые тарелки, и поэтому я выбрала нитки под эти тарелочки. Подходящая расцветка. Так, размер такого кармашка у меня получился в длину 25 сантиметров и в ширину 10,5 сантиметров. Такой уютный чехольчик получился. Если вам нравится, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Спасибо, что не пропускаете рекламу, смотрите, я это вижу. Что нам для этого понадобится? Ну, конечно, нитки для основной детали. Я буду использовать Анна Твист. Это 100% хлопок. В 100 граммах 500 метров. Но буду вязать в 3 сложения. У меня не нашлось подходящих толстых ниток цвета. Такого серо-бежевого. Поэтому использую в 3 сложения вот эти нитки. Это 100% мерсеризованный хлопок. Цвет 291. Крючком буду вязать 3,5 миллиметра, но цепочку буду набирать крючком чуть-чуть потолще, 4 миллиметра, чтобы край был не стянутый. Это что касается бежевых ниток. Вот эту декоративную тесьму вяжем из ниток лилия. Это тоже хлопок, но он не мерсеризованный, матовый. Специально так его выбрала, чтобы получился в таком винтажном стиле. Наш чехольчик тоже молочный цвет, очень приятный. Эти нитки я буду вязать крючком 0,95 мм. Тоненький очень крючок. Также понадобятся нам ножницы, иголочка для пришивания тесьмы и джутовая ленточка, веревочка для завязок. Ну, вроде бы все. Итак, делаем начальную петлю и набираем цепочку из 20 воздушных петель. Количество петель у нас должно быть кратно 3. Это раппорт нашего узора, плюс 2 петли с каждой стороны кромочные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Набирала крючком 4 миллиметра. Сейчас беру крючок потоньше. Цепочку вяжем, не стягивая, чтобы наш край потом не сборил. Вяжем первый ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом, накид, 3 петли, это у нас столбик, 4 отсюда выходит столбик, пропускаем и в следующую. Итого получается 1, 2, 3, 4, 5, в 6 петлю от крючка провязываем столбик с накидом. 1 воздушная арка, накид, и сюда же в эту петлю провязываем еще один столбик с накидом, накид, пропускаем 2 петли, 1, 2, и в следующую вяжем столбик с накидом.
одна воздушная, накид, в эту же петлю еще столбик с накидом, накид, пропускаем 2 петли, следующую столбик с накидом, одна воздушная петля арка, еще один столбик с накидом в эту же петлю, пропускаем 2 в следующую, также провязываем 2 столбика между ними арочкой из одной воздушной петли. У нас тут такие получаются галочки из 2 столбиков с накидом и посередине арка из одной воздушной, пропускаем 2, снова вяжем галочку, первый столбик с накидом, воздушная петля и второй столбик с накидом, накид, пропускаем 2 столбика, в следующий вяжем еще одну галочку, накид, пропускаем воздушную петлю и в последнюю, в начальную провязываем столбик с накидом, это у нас кромка. Вот что у нас получается. Итого 6 галочек. Если у вас ниточка потоньше, можно сделать и 7, и 8. Это вы уже смотрите на выбранную нитку, какую вы взяли, и крючок. Я напоминаю, раппорт кратно число петель кратно 3 и плюс 2 петли с каждой стороны по петельке. У нас это 20 петель вот получилось. Первый ряд готов. Вяжем второй ряд. Одна воздушная петля подъема. Разворачиваем. И этот ряд у нас состоит из столбиков без накида. Итак, провязываем первый столбик без накида. Последний столбик с накидом. Теперь столбик без накида в следующий столбик. В арочку из одной воздушной петли вставляем крючок под арку. Теперь в следующие 2 столбика с накидом по столбику без накида. Теперь в арку из одной воздушной. В следующие 2 столбика по столбику. В арку. И так вяжем до конца ряда. Итого у нас получится 20 столбиков без накида. Подходим к концу ряда. Осталось провязать 2 столбика. Делаем столбик без накида в первый столбик с накидом. И последний столбик провязываем. Вот можно под эту петельку, можно в третью воздушную петлю. Ну, проще вот под петельку вставляем. И провязываем, это кромочный столбик без накида. Второй ряд у нас готов. Это раппорт нашего узора, он состоит из 2 рядов. На этой стороне у нас галочки, на обратной стороне столбики без накидов. Очень просто вязать. Давайте еще провяжем третий ряд вместе. 3 воздушные петли подъема, это начальный столбик с накидом, разворачиваем, накид, пропускаем. Это у нас петля относится к первому столбику. Вторую пропускаем. И в третий столбик. Повнимательнее, чтобы у нас не было смещения. Вот в эту петельку. Первую пропускаем во вторую. Провязали столбик с накидом. Одна воздушная петля арка. Сюда же в этот столбик. Еще один столбик с накидом, накид, 2 столбика пропускаем, в следующий вяжем галочку, первый столбик с накидом, воздушная петля, второй столбик, 2 пропускаем и снова вяжем галочку. Вот что у нас получается. Давайте довяжем до конца ряда и встретимся. Подходим к концу ряда, провязали последнюю галочку.
И также пропускаем один столбик и в следующий под воздушную петлю подъема провязываем столбик с накидом. Все, это кромка. Третий ряд у нас готов. Вяжем четвертый ряд. Один ряд еще вместе провяжем и потом будем вязать самостоятельно. Одна воздушная петля подъема, разворачиваем столбик без накида в этот столбик. Выполнили начальный столбик без накида. И все, в каждый столбик и под каждую арку провязываем по столбику без накида. Итак, провязали 19 столбиков. И последний делаем вот под арку. Можно вот сюда, прям под столбик, в уголок, чтобы не тратить время и не вставлять крючок в третью воздушную петлю подъема. Ну, можно и в третью петлю, кому как удобнее. Но нитки толстые, у меня крючок не очень острый, поэтому я так провязываю. Так и быстрее. Все, 20 столбиков также получилось. Четвертый ряд готов. Продолжаем вязать. Следующий ряд у нас будет галочками провязываться. Вяжем до нужной длины и встречаемся. Будем продолжать потом работу вместе. Давайте с вами уточним, какой длины нам нужно связать нашу полоску. Самый длинный прибор у нас это столовый нож. Так, нам нужно, чтобы он помещался в наш конверт. Заворачиваем. И высота конвертика вот будет по плечике ножика у нас. Ну и чтобы нож, конечно же, полностью лежал в конвертике, не выглядывал из него. Вот такая длина. Сейчас померю сантиметровой лентой и поточнее скажу, сколько получилось у меня. Так, измеряем длину полоски. Вот 38,5 сантиметра. Ну, 39. Итак, у меня получилось в длину 25 вот таких галочек, значит 50 рядов всего связано. Можно еще раз померить. Да, вот такой размер очень даже хорошо будет для наших столовых приборов. Все, мы закончили вязать столбиками без накида. Сейчас будем делать обвязку края и заодно будем скреплять, делать карманчик, сшивать два, вот две половинки. Потом оторвем здесь ниточку, присоединим, здесь не будем шов делать и обвяжем и второй край аналогично первой стороне. Но прежде чем приступить к сшиванию, пока мы это откладываем работу, нам сейчас нужно связать отделку украшения для нашего конверта. Я связала вот такой уже один образец. Тесемка, мне кажется, очень красиво, хорошо подходит, уютно. Это тесьма филейной техники связана. Вязать ее просто, сейчас тоже с вами разберем быстренько. Ширина этой тесемочки у меня 5 сантиметров. А в ширину вообще конвертик получается 10 сантиметров. Вязать отделочную тесьму я буду из ниток лилия. Специально беру такую матовую, не мерсеризованный хлопок и молочного цвета, чтобы выглядело винтажно наша работа. Сейчас я на экране прикреплю схему этого мотива. Раппорт состоит из 18 петель, ну в ширину мы набираем 18 петель, и в длину провяжем 4 раппорта, каждый раппорт состоит из 4 рядов. Итак, делаем начальную петлю, беру крючок 0,95 мм, тоненький. Основную деталь вязали 3,5 крючок, вот он толстый, для этой тесенки тоненький. Сделали начальную петлю, набираем цепочку
из 18 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Набрали. Вяжем первый ряд 2 воздушные петли, 1, 2, накид, и в четвертую петлю от крючка провязываем столбик с накидом. Первые 3 воздушные петли заменяют нам столбик с накидом, и еще один столбик с накидом мы провязали. Итого у нас с краю идут по 2 столбика с этой стороны и с этой стороны. Далее 2 воздушные петли, 1, 2, пропускаем 2 петли и в следующие 10 петель провязываем по столбику с накидом, 1, 2, в следующую 3, давайте провяжем еще 7 столбиков и встретимся. Провязали 10 столбиков. 2 воздушные арка, 1, 2, накид, пропускаем 2 петли на цепочке и в следующие 2 петельки провязываем по столбику с накидом, 1, и в начальную петлю 2. Все, первый ряд у нас готов. 2, арочка, 10, арочка, 2 столбика. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, разворачиваем, накид, столбик с накидом в следующий столбик с накидом, 2 воздушные петли, 1, 2, накид, в следующие 4 столбика по столбику с накидом. Здесь все просто. 2, в следующий столбик, 3 столбик с накидом. Так, тоненький крючок после основной детали, когда вязали толстым крючком, надо перенастроиться. Так, 3. Четвертый. 2 воздушные арка, 1, 2, пропускаем 2 столбика и в следующие 4 столбика провязываем по столбику с накидом. Две воздушные, 1, 2, и в следующие 2 столбика, в первый столбик, столбик с накидом, и в третью воздушную петлю подъема, вершину начального столбика. Здесь крючок острый, можно вставлять крючок и в саму петлю. Также столбик с накидом. Вот 2 столбика получилось с краешку. Второй ряд у нас готов. Вяжем третий. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Начальный столбик. Разворачиваем. Накид. В следующий столбик. Столбик с накидом. 2 воздушные петли. В следующие 2 столбика по столбику с накидом, 1, и в следующий 2. Далее арка из 3 воздушных, 1, 2, 3, в столбик без накида в следующую арку вставляем крючок под арочку и провязываем столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3, пропускаем 2 столбика и в следующие 2 по столбику с накидом. Две воздушные, 1, 2,
Пропускаем арку и в следующие два столбика по столбику с накидом. Первый и в третью воздушную петлю вершину начального столбика. Второй столбик с накидом. Третий ряд у нас готов. Вяжем четвертый ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Начальный столбик. Разворачиваем. Столбик с накидом. Следующий столбик. Две воздушные арка. Накид. В следующие два столбика по столбику с накидом. Первый. Второй. Теперь в арку в следующую из 3 воздушных петель, ближе к правому уголочку, также провязываем еще 2 столбика с накидом. 1 и 2 сюда же. Рядышком их укладываем. 2 воздушные арка. 1, 2, накид. Переходим к следующей арке и в нее провязываем 2 столбика с накидом. 1 и 2, уже ближе к левому уголочку. Так, в следующие 2 столбика по столбику с накидом. Итого у нас получилось 4 столбика подряд, 2 в арку и 2 в столбике. 2 воздушные петли и в последние 2 столбика в крайние также провязываем по столбику с накидом. 1 и 2 в 3 воздушную петлю подъема. Все, четвертый ряд у нас готов. Мы провязали раппорт. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И пятый ряд у нас повторяет первый ряд. У нас также будет 2 столбика, арка из 2 воздушных петель. Дальше 10 столбиков подряд. 2 воздушные петли, арка, 2 столбика. Давайте пятый ряд вместе провяжем, а далее будем вязать самостоятельно. Так. Второй столбик с накидом, 2 воздушные петли, и сейчас у нас идут 10 столбиков, 4 столбика в следующие столбики по одному в каждой, 2, 3, 4, теперь 2 столбика идут в арку у нас провязываются, из 2 воздушных петель. И теперь следующие 4 столбика по столбику с накидом. Итого у нас получится 10, 4, 2, 4. Очень мне нравится вязать филейную такую тесьму. Наверное, мы с вами какую-нибудь салфеточку выберем и свяжем вместе. Далее 2 воздушные петли. 1, 2. И в следующие 2 столбика по столбику с накидом. Все, пятый ряд готов. Шестой ряд у нас повторяет второй ряд. И сейчас на экране еще раз схему прикреплю. Можете сделать скрин. Вот такие красивые цветочки получаются. Мне вот они очень нравятся. Простые, милые и нарядные. Давайте свяжем такую тесемочку самостоятельно. Я это уже готовлю на второй кармашек украшения. Сейчас свяжу еще один такой чехольчик для столовых приборов. Потом оставляем кончик подлиннее. Последний ряд у нас также симметрично первому краю, начальному краю, 10 столбиков мы завершаем. Итого у нас получается 16 и 1, 17 рядов тесемочка. Оставляем ниточку подлиннее, чтобы нам можно было пришить. Ставим в иголочку и по краю вот так пришьем к краешку нашего кармашка. Вот этой ниточкой. А когда будем обвязывать, мы край нашей тесемки по бокам прихватим. Здесь можно не пришивать, пусть останется как кармашек тоже.
Сюда, кстати, можно будет подсовывать потом имена приглашенных гостей, если кто любит так торжественно сервировать стол. Итак, мы связали нашу тесьму. Сейчас давайте аккуратненько пришьем ее к верхнему краю кармашка. Ниточку вот эту можно также спрятать при помощи крючка. Так, и теперь пришьем тесемку. Складываем ровненько два края. Здесь будет незаметно. Так. Так, ровненько. И пришиваем маленькими стежками. Прячем также ниточку на изнаночную сторону вовнутрь, вплетем в столбики незаметненько. Все, можно хвостики отрезать, уже они никуда не денутся. Так, нам осталось сделать обвязку нашего кармашка и приделать потом завязки. Давайте еще раз померим, где нам сделать сгиб. Так. Сейчас я сделаю наметку, чтобы деталь не сдвинулась. Просто я потом эту ниточку удалю. Просто как у нас черновая нитка, чтобы детали не сдвинулись, я ее потом выдерну. Все. И обвязываем край. Так, ножик пока убираем. Итак, это у нас как лицевая сторона нашего кармашка, поэтому обвязку делаем с этой стороны. Мы закончили вязать столбиком без накида. Сюда же под начальный столбик провязываем столбик без накида. Вяжем не туго, посвободнее. Теперь столбик без накида в следующий столбик без накида. Под следующий столбик с накидом. Под столбик без накида, свободно, не туго, не стягиваем. Под столбик с накидом,
под следующий столбик без накида. Так, продолжаем вязать, дойдем до уголочка сюда, и здесь будем уже прихватывать одновременно две детали, обвязывать. Вот что у нас получается. Вяжем не туго, свободно. И теперь вставляем крючок в верхнюю половинку и в нижнюю одновременно. Здесь нам нужно вставить крючок в нашу декоративную деталь. Все вяжем на глазок, особо тут никакой нету схемы. У нас тут свободный полет. Вот так, деталь мы эту прикрепили, обвязали край и продолжаем уже дальше вязать. И соединять одновременно. Дойдем до уголочка и потом прячем кончики. Аналогично этому краю соединим и с другой стороны. Давайте доделаем самостоятельно. Кармашек уже почти готов. Осталось сделать завязку. Для этого я буду использовать джутовую нить. Так, какой длины мы ее отрежем? Вот такая завязочка будет примерно сантиметров 20 плюс ширина самого пенала и еще сантиметров 20, ну, полметра где-то. Я думаю, этого будет достаточно. Так, вставляем крючок в кармашек с одной стороны. И с другой стороны. Сейчас выведем второй кончик завязки. Вот так. Ну, давайте теперь посмотрим, как выглядит наш аксессуар в действии. Сейчас завяжем красиво бантик. Это как дополнительная декорация. Вот так. Посмотрите, какая красота у нас с вами получилась. Вязать легко, просто, интересно, увлекательно. И полезная вещица получилась. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. 7 ровных петелек. И до новых встреч! Нижний край можно не пришивать, пусть здесь останется также. Кармашек можно будет вставлять какую-то табличку с именем приглашенных гостей. Но это если уж очень торжественное какое-то мероприятие и застолье. Останется какую-нибудь маленькую визиточку-то, но это уже... Тут разные открыточки приготовил, но это просто как для примера. И можно имя написать. Поменьше, конечно, нужно сделать. Вот такие всякие открыточки у меня из детской коллекции. Видите, какая красота. 84-й год. Угу.